чё, Алой ушел? Куда ушел? Занят он. Атака. Власть. Прикольно. То есть Рдвар у нас Ренже умер, его никто не заменил, да? На Ренже стою. А кто у нас из РДДшек умер-то? Почему у нас мили зона обливалась? Не знаю, я раньше стою. Посчитаем трупы. Раз, два, три, четыре, пять. А, я понял, это резист умер, его никто не заменил, значит. Ну, мне с этим разбираться, падло. Сколько человек должно быть? 8. Четверо или пятеро? Пятеро должны. РНЖ должно быть 8. Где 8? 9-го ставят на тот случай, если один сдохнет, чтобы можно было, время было резнуть. Сколько у нас РДД, давай посчитаем. Да хрена. А что, у нас все РДД просто не могут на рейндж стать? Или кто-то самый умный под боссом тусуется? Кто под боссом тусуется? Узнать, я тоже под босса пошел тогда. Рист вообще на рейнже полюбаться будет. У него куча сейвов тут всего. Ну там бывает, знаешь, слизнюк типа плюнет лужу под тебя, и на тебя газ сразу кинется. И ты можешь умереть, тебя могут там не просить. РДД я насчитал. Вот тут 10 и стоим. Это на 2 больше, чем нужно. Да. А вот эту парашу, почему вы не диспелите? Как Макс сдох? Детали смерти есть у кого? Его слизняк заклевал. Детали смерти? Под дебафом? Больше подливал, ща. Он плевал, потом в него плевался этот гниломорд, и параллельно его еще бил слизняк маленький. Или большой, я не знаю. Чек на пол.
Хотя, ну к чего не хватает? Ладно, знаете. Убери глаз. Тебя нет, что ли? Ты не можешь представить, я ни разу не видел ее после того. Короче, в следующий раз на этом бозе в РДД-зоне, нахуй, я залечу, блять, в центр, нахуй, мне похуй, сами будете разбегать. Прям с отрыва, нахуй, залечу туда. А зачем? Хули, блядь, эти РДДшники вокруг стали, нахуй, там ренжа не хватало. Друг другу ренжа не даете, да? Да. Меня, короче, стеснили туда, блядь. А залетать прям... зачем? Чтоб все вайпнули? Заруинить. Чтобы они меня не теснили, нахуй, в следующий раз, блядь. Да просто в следующий раз, наверное, меточки вам 3D поставим, блядь. Чтобы, блядь, каждый в свои меточки двигались. Причем, смотри. Причем моки стоят спереди, блядь, а ханты нахуй сзади, блядь. Нормально, нахуй? Я последний раз тут вайпался, когда еще был в гильдии Нотса Сириус, еще до штормов. Вспомнили молодость. Че, прошел вот этот параша это? Чё, комната не открылась? А, вот, открылась. Не туда идёте. На кровь же идём, правильно? Ну да, чё тут на профиль люди стоят.
Чё, танков нету тут около этого коридора в кровь? Нет никого рядом. Любой желающий на совете послакать. Хекси на замену. Если есть, вырывай. Блять, смотрю на Эбрила, как он щитует, охуел, блять. Ну, блять, у него же там ГКД типа сниженная статья, я так понял, у него так рука поднимается, как будто он рэп очень быстро читает. Если бы я так силы накладывал, охуенно было бы. Прикольно еще, когда ты на бегу это все делаешь, да, посмотри. Да, то есть так. Бегает, распальцовку делает, да? Распальцовка везде, но что-то пью херово хилит на четвертом месте только. Да вы охренели. Шлакает по-любому. Джаги жульничает, жулик. А чё, Холи Палу мешает, что ли? Если до третьего места не поднимется, ГП ему. Я пока не могу использовать эту способность. Да ты про трэш, что ли? Да, слабо хилит на трэше. КПС протопали им подавай. Совсем зажрали. Так он там иногда еще и ДПС выдает до шестого места. Еще и ХПС выдает. Где на шестом месте был в ДПСе? Надо прокачивать скилл вообще, чтобы в топ-5 заходить везде. Будет третий из 25 паладинов по итогу. Зато катки точно бафнут. Не факт. Знаешь, как показывает практика, чем больше баллов, тем меньше бафнут. И потом еще ругаться начинают, да? Да-да-да. Мама. Количество бафов в рейде получается обратно пропорционально количеству паладинов, так что? Да, если у тебя 3 паладина в рейде, значит бафов будет 2. Если паладин условно... Это теорема Ваниэля доказанная, да? Это аксиома. Что будет лучше, 1/3 или 3/5, да? Держите, пью, я встану. Видели ролик? Учительница переводит. Петрович, что лучше, одна бутылка на троих или 3 на 5? Конечно, говорит, одна на троих. Почему одна на троих лучше? Ну, ему так было лучше. Ну типа народу меньше, он нихуя не считает, думаю, народу меньше. Меньше ты... шансов, что тебе лицо попортят к концу это экзекуции. Праздник. Это же, по-моему, традиция, блядь, анписцы тебе не ебал раз. Ну так, мы же русские люди. А потом дай еще раз бухнуть пиц. Потом побрататься и еще раз набить ебал. Глупые смертные, думали, что одолели нас.
Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Одного не хочешь? Так, нет. Ну, то значит, твой келесет. Ты на келесете? Да, это манна от пицца. А я вот ферами не убью? Да не, не убьешь. Ты ауешкой просто не бей, и все. Так, я на нем агро толком не набью. А его особо бить не будет. Да у тебя времени только что будет. Чек на пул. Сейчас подожди, допиваю, бафну. Чё допью и пойдем. Козу мы суманите? Да, было бы неплохо шкаф поставить. Ну, Олег, чё толку? Сейчас ещё Казум прилетит, его бафнет. Офигеть, я не буду теперь тратить 80 свечей за рейд? Понятно, я уж Казум готов. Раскатал. Казум готов? Нет, плюс-минус чёт. Ну, ману. Важно. Ладласт. Ибо сила сферы питает меня, и прольется кровь. Прольется кровь.
Блять, трэш идет, трэш. Триалог, давай. Чек на пол. Танк ждем. Бегу, бегу. Я тебя встречу, дай мне каску. Чтоб меня так встречали, да? О, спасибо. Вот он, ты пил в танк.
разумное решение. Last. Откатите, сразу же нажмете. Откатился. Бладласт. У меня КД. Да ладно, 10%. А все, хер с ним. Казака даже не упадет. А ты чего ждешь? Погруху? Угу. Так и сколько падало, по-моему, ты не собирал. Она в ДВ упала. На вечернем падал, на успехи собирали. Нет, я не люблю. Я бы ждал.
смотрим, макрос на талант какой-то здесь. Что за жесть такая, меня чуть не убило тут. Охотница? Охотница нет, по-моему. Да пипец, блин. Я не знал, кого хилить уже, себя или других. Все, и манна кончилась. Сажусь пить манну и пошел био. Котенка нет, когда на... Похер на тотем, я уже пиво выпил столько, что уже пора лить. Не, я понял, у тебя свой тотем. Эм, привет. Че, выигрываете или толпу заливаем? Толпу. Милики, лучше вам тут не стоять. Все так не танчат. Как ты? Ну, типа, в кучу собрал и все. Там медики не пьют, когда ты кучу собираешь. Быстрее запу заливается, все. А с медиков просто поврейд. Вообще там можно бить, типа, подпрыгнул, ударил что-то массухой и отошел. А где копье? Нету. У нее осталось в кармане. Илюша, на опять боговик. Богосоюзник. Что? Что я наделал? Нет! А кто кидал такой макрос веселый, что во всем виновата сова? Может этот макрос в Дискорд? Да-да-да, в Дискорд можно какой-то канал? Иллюжин Вага Союза. Я тебе не советую это его юсать. Особенно, когда геп есть. Да, мне не юсать, мне показать видео. Ну, типа, дынителем.